Так, салют, сегодня 1 октября 2013 года, я делаю этюды в Брауншвайге. Так, это вот современная, с этой стороны старинная улочка, и вот старинное здание, это фронтон, 1974 год написано, его восстановили в 1974 году, а так 1644 год, вот выглядело так, Брауншвайг строился. Его очень разбомбили американцы, Брауншвайг, потому что здесь делали подводные лодки, то есть большая промышленность была. А вот под старину современное как бы вкрапление, да, между фронтонами старинными. Очень красиво. И дальше я покажу дальше эту улочку. Здесь вот моя любимая на углу Беккера, то есть булочная кулинария, Фукс, Лисы. Беккера и Фукс. Выглядит она вот так буквально. Сейчас от солнца они закрылись. Там очень вкусняшек много. И мне очень нравится. Вот оно так выглядит. Это старинное здание. Ну и вот столько тут вкусняшек. Ой, как много. Очень вкусно все. И мне так нравится здесь, извините, ручка. Она открыта. Вот она. Вот на этом перекрестке здесь это новая гостиница. Мандельштрассе. Куахт. Восьми коров. Видно, здесь коров пасли раньше. Такая улица. Ну, до следующего этюда. Вот эта улица перестроена. Здесь современная, но это старинная улочка. Современное здание. Вот такие фонарики здесь стоят. Брауншвайг, он, конечно, у него свои харизма. И там старинные здания. Я иду туда. Так что вот здесь оно современное. А здесь перекресточек старинный. Вот это Брауншвайг старый. И улица такая вот. Рыцарей. Здесь прохожно сесть. Ты знаешь, меня все приходили, просто вот так, даже ничего без них. Есть мы именно по улице. Давай, пушка. Какая? 4. А вы кирхи. Entschuldigung, wissen Sie, wie heißt diese Kirche hier? Magni-Kirche. Was? Magni. Magni, also. Ja. Danke. Weil das ganze Viertel ist Magni-Viertel. Alles klar. Так.